Сальвия Скарлетт Пиккола. Компактный однолетний куст высотой 35-40 см. Цветет с июня до заморозков. Семена высеивают в теплицу или в ящик с легким плодородным грунтом в феврале или в начале марта при температуре 20-25 градусов. Всходы появляются через 7-10 дней. В апреле рассаду закаляют, в мае после заморозков высаживают в открытый грунт. Хорошо растет на солнечных местах с плодородным грунтом.